Поехали. Да. Привет, друзья! И мы находимся в торговом центре Куала-Лумпур. И сегодня мы пришли в мир электроники, очень много посмотрели и нашли вот такое вот царство. Вот. Горячее предложение. Видите, как я по-английски читаю? И вот этот фотоаппарат я здесь купила. И сюда в подарок идут аж две классные сумки. Вот всевозможные такие причиндалы. Вот. Куда устанавливать фотоаппарат. Даже чашка. Change. Которую мы хотели на что-нибудь поменять. Да. И вот это вот все такое вот для мира путешественника, для души. Вот приобрела. Ну, друзья, вы понимаете, что путешественнику какой нужен самый главный атрибут? Самый главный атрибут, он, конечно, здесь и тут. Вот. И на самом деле, в чем и заключается наша деятельность? Я раньше не знала, что я работаю. Я всегда любила фотографироваться, выставляла в соцсети. Но я не знала, что я работаю. Я это делала просто в удовольствие. Это было хобби. А теперь представляете, мне за мое хобби, за мое удовольствие еще и платят. То есть я делала то, что всегда, я опять это выставляю. Но теперь за то, что мы демонстрируем людям стиль жизни, и мы показываем, что мы, получая удовольствие, можем еще и вот так вот долго отдыхать, а мы уже ведем кочевой образ жизни по разным городам, разным пляжам, странам. Вот. Уже второй месяц, и еще не собираемся возвращаться обратно. И, конечно, вот такой вот атрибут, он нам очень нужен. То есть мы фактически журналисты, такие вот журналисты. Мы занимаемся фото-видео-репортажами, вот, оттачиваем свое мастерство и классно отдыхаем. У меня никогда не было такой работы. Вот хочу вам сказать, что сказка стала былью. Поэтому, друзья, все классно. Путешествуйте с нами. С вами была Иванова Лариса. Пока-пока.